Народ, всем привет! Вы на канале Про Тачки, меня зовут Миша, и сегодня у нас на обзоре Ford EcoSport. Поехали! Итак, друзья, история происхождения данной модели довольно интересная. Эта машина разрабатывалась в Бразилии для бразильского рынка на платформе Ford Fusion. И изначально это была очень бюджетная, но очень востребованная машина. Потом фордовцы смекнули, что модель может быть популярна и на других рынках, после чего запустили вот эту малютку в производство чуть ли не во всем мире. Представлена обновленная версия была в 2012 году, автомобиль пережил рестайлинг в 2017 году, и сегодня у нас на обзоре машина 2021 года. И это довольно любопытная машина. Дело в том, что у нее, внимание, 1-литровый мотор. Не переключайтесь. Первое впечатление – это что-то несуразное и, наверное, что-то тяжелое. Но потом, немножко погуглив, я узнал, что эта машина построена на базе Фиесты, и масса ее всего лишь 1300 кг. Вернее сказать, начинается от 1300 кг и может доходить чуть ли не до 1600, в зависимости от комплектации полного привода мотора, об этом по порядочку. Сейчас же я предлагаю открыть капот и посмотреть, что же у нас находится под капотом. Вообще, автомобиль настолько интересный, что даже здесь не обошлось без прикольчиков, друзья. Лапка для открывания капота находится в непривычном месте, а слева, и она открывается не совсем интуитивно. Ее нужно открыть не правой рукой в ту сторону, а в противоположную. Итак, друзья, здесь, конечно же, нас ожидает кочерга, куда же без кочерги в 2021 году. Под самим же капотом я сразу вижу какую-то пустоту, не хватает некой пластиковой крышки, защиты, и я могу здесь более или менее что-то рассмотреть. Здесь довольно много места, вы сможете теоретически даже что-то отремонтировать либо заменить сами, но автомобиль выглядит очень технологичным, и, друзья, этот литровый мотор не так прост, как кажется. Так, солнце слепит, прошу прощения. Заехав сегодня в горы и нажав газ в пол, я обалдел. Машина поехала так, как я вообще не ожидал. И я сразу подумал, так, тянет как будто бы с турбинкой. И тянет так, как будто бы это что-то не менее 2 литров. Так как на тахометре 8000 оборотов, я думаю, что это 2-литровый бензин, да еще и на турбине. Но такого вроде не было. Стоп, что происходит? В общем, я не выдержал и посмотрел в документы. Мотор, как оказалось, меньше литра. И, ребята, ну это магия. Я бы никогда в жизни не поверил человеку, который бы мне рассказал вот эту историю о том, как может тянуть литрушка. Другое же дело его ресурс. А в машине есть очень классная система для новичков, она помогает переключать передачи. То есть она говорит, включить следующую, либо предыдущую передачу. И тут ситуация заключается в том, что машинка старается держать примерно 1200 оборотов. Точнее, чтобы вы делали это, подсказывает вам определенную последовательность. И люди, которые технически подкованы, спросят меня или себя, или просто подумают о том, а что же с маслонасосом, что же с масляным голоданием. Тут, наверное, кроется ответ на вопрос, для кого, почему и как построена эта машина. Я думаю, что это чисто городской вариант. И эта машинка пройдет 100, ну, в лучшие дни 150 тысяч километров, но не думаю, что она рассчитана на больший ресурс. Перед тем, как я продолжу дальше и аргументирую свои слова насчет города, несмотря на то, что это кроссовер практически полноценный, я хочу немножко осмотреться вот под капотом и посмотреть, насколько здесь все доступно. Бачок для заливания антифриза, в общем-то, в порядке. Горловина для заливания омывайки тоже в порядке, но здесь уже что-то вроде ваговской темы. Вы не можете просто взять и открыть крышечку, она непременно будет закрываться. Без воронки здесь уже не обойтись. Что же касается электроники, каких-то разъемов, ребята, то особо ничего криминального здесь я не вижу. Хотя совсем близко располагается фара, и если вам не повезет, вы разольете омывайку и попадет на фару, ну, тут уж никто не виноват. Что же касается заливания тормозухи, ну, не самое удобное место, хотя тормозуха, скорее всего, будет меняться на сервисе. Конечно, очень приятный бонус – это шумо-теплоизоляция. Я ожидал, что в форде ее не будет, либо будет маленький кусочек, но нет. Здесь она практически на всю площадь капота. Это здорово. Касательно же передка, друзья. Первое, о чем хочется поговорить, это тест Евро NCAP и безопасность. Автомобиль, в общем-то, неплох, у него усиленная конструкция, как заявляют фордовцы, но получил он всего лишь 4 звезды, и это несмотря даже на то, что у него есть подушки безопасности для коленок. Но да ладно, давайте посмотрим, что нас ожидает тут. Конечно же, ксенон, и ксенон этот доступен, насколько мне известно, только при ближнем свете. У конкурентов, возможно, вы найдете что-то другое, либо вам придется доплачивать, если это вообще возможно. Касательно решеток радиатора, тут тоже есть к чему придраться, ребята, потому что это кроссовер. Кроссовер должен ездить по пересеченной местности, как правило. И вот эти огромные отверстия, да, хорошо для охлаждения, но плохо, если перед вами едет машина, из-под ее колес вылетает камешек, он попадет ровненько в ваш радиатор. Далее сенсоры парктроников. Сенсоров 4 штуки, по 2 на угол. Для 2021 года, наверное, маловато, хотелось бы, возможно, 3, но и машинка не очень большая, поэтому я считаю, что пойдет. Касательно же того, насколько эти материалы прогибаются, как, например, на новых BMW или что-нибудь в этом духе, пластик бампера, в принципе,
принципе, ничего. Решетка радиатора уже более дубовая. Капот, если честно, ну прям совсем дубовый. Если вдруг пешеход попадется вам на пути, то ему наверняка не поздоровится. Следующий момент, о котором я просто не могу не упомянуть, это передние и задние свесы. Посмотрите, насколько они маленькие. И это, конечно, определенно плюс. Что же касается кузовщины в целом. Старые форды гнили, новые форды, в принципе, тоже имеют не самое мощное лакокрасочное покрытие. Но касательно кузова, я наблюдал несколько машин, скажем, 2000-х годов, которые ездят, и особой ржавчины на них нет. В местах, где сколота краска, разумеется. Я исхожу из того, что этот автомобиль не будет хуже, но есть один момент, который меня реально расстроил. Вот этот стык, друзья, это, честно признаться, очень грустная история. Дело в том, что перепады краски ощущаются на ощупь, это как будто бы пленка, но нет, это не пленка, это краска. И самый неприятный момент заключается в том, что линия перехода цвета на двери не совпадает с линией перехода цвета на кузове. Это смотрится не то, что по-китайски, это смотрится, как будто Вахтанг в гараже только что ее покрасил. Также у меня есть претензия к передней части. Вот в этом моменте, ну, ребята, как бы два цвета, понятно, на девушек, на женщин ориентировано. Небольшая, джипик, все как надо, но на капот денег не хватило. Либо вы не могли тут что-то придумать. Напишите ваше мнение, неужели вот это красиво и вы готовы за это платить такие большие деньги? Ну да ладно, не будем о плохом, поговорим и о хорошем. Хорошее кроется здесь. Это порог. Порог у нас закрыт пластиком. Передняя часть крыла тоже закрыта пластиком. В случае, если вы что-то где-то черканете, хотя это будет сделать очень непросто, потому что клиренс составляет аж 20 сантиметров, ваша машина точно не начнет гнить, вы просто поломаете пластик. Касательно же днища. Днище и защита двигателя есть. Они расположены чуть ли не по всему периметру, но они из некого картона, то есть это не пластик. И я когда увидел, подумал, серьезно? В принципе, наверное, работающее решение, оно экономит деньги, защищает днище, но выглядит, конечно, чересчур экономным. Что касается тормозов, друзья, здесь все не так-то просто. Спереди это диски, сзади, да, я тоже офигел, это барабаны. В 2021 году нам продают барабаны. Я скажу лишь о том, что тормозов в этой машине хватает, и сегодня в горах я вообще ни разу не почувствовал какого-то дискомфорта или страха. Что же касается зеркал, то эти зеркала нужно рассматривать именно снаружи, а не внутри. Дело в том, что они настолько прекрасны, что я практически в них влюбился. Они очень большие, тут есть датчики мертвых зон, и эти датчики расположены. Сперва, когда я забирал машину, я подумал, ну реально, а чего бы их прям вот в центр вообще не вставить? Но, когда я поехал, и я увидел, насколько грамотная у них позиция, вы никогда их не пропустите, они не мешают вам при этом, и я подумал, да ладно, ну здорово, вот прям красота. Другой же момент, это стойки, но о стойках на ходу. Тут не все так плохо, как может показаться на первый взгляд. Следующее, на что я хотел бы обратить внимание, это лючок бензобака. Все до безобразия просто, его не нужно нажимать, как, например, в фокусе, и это плюс. Почему же это плюс, можете спросить вы. Да потому что, как правило, вам нужно несколько раз нажать для того, чтобы открыть, и еще больше раз нажать, чтобы закрыть. Потому что пластик играет, механизм, возможно, недоработан, либо сделан на скорую руку, либо просто дешевый. И здесь же вы просто поддеваете лючок, открываете и закрываете. Очень забавный факт заключается в том, что фордовцы, не закрыв горловину пробкой, назвали это прям целым своим изобретением и дали ему свое название. Перед тем, как мы приступим к самому интересному, к багажнику, я хотел бы оговорить еще пару моментов. Первый – это рейлинги. С одной стороны, они очень практичные, приятно смотрятся. С другой же стороны, они не практичные, потому что здесь нету прорези, и вы не сможете ничего закрепить, привязать. Но на внутренней стороне рейлингов имеется огромнейшее количество разных выпирающих штучек, за которые вы все что угодно сможете привязать, но, по крайней мере, вы имеете хоть какую-то возможность что-то закрепить. И другой момент, о котором я хотел поговорить – это антенна. Что мешало им сделать обычный плавничок, если вдруг у вас нестандартный гараж или, например, вы заезжаете на мойку, то вы знаете, чем это может обернуться. Сегодня, когда я забирал машину, я должен был кое-что переложить из своей рабочей в эту, и я очень сильно озадачился, подойдя к ней. На улице было примерно минус 4, машина была в корке льда, и я думаю, хорошо, я этот момент уже давно выкупил на дороге. Машина, кстати говоря, достаточно популярная, ее каждый день определенно пару штук встречаешь на дороге. Так вот, я выкупил, что это обманочка, и это ручка. Я думаю, как ее открыть? Тяну на себя, она не открывается. Пытаюсь как-то нажать, она не открывается. Мне пришлось пойти к менеджеру и сказать, извините, а где тут ручка. Это выглядело очень нелепо, и мне было, честно сказать, стыдно. Но я никак не мог ожидать, что в бюджетной машине будет в торце кнопка. Да, здесь имеется стрелочка, заботливо расположенная фордовцами, но она как бы абсолютно неинтуитивная. Вы не понимаете, что там кнопка. И только после того, как вы нажимаете кнопку, отпирается замок. Вашему вниманию предстает нечто очень
странная. Первое, что бросается в глаза, это огромная хаммерская дверь. Особенно хаммерские впечатления создает вот этот пластик, потому что он очень брутальный. Но потом вы переводите ваш взгляд на багажник и думаете, так это же Volkswagen Polo. Зачем такая дверь? Ради чего это все? Первую сложность, которую я здесь вижу, если вы припарковались в узеньком дворе, а на родине это абсолютно нормальная практика, диагоналочка, все подпирают друг друга, но попробуйте так распахнуть эту дуру. Второй же момент, когда вы ее открываете, например, зимой, пневмоупор еще в течение примерно 30 секунд будет шипеть. Следующий момент, друзья, это полка. Полочка, в принципе, вполне приятная. Она вполне просто фиксируется без каких-либо трусиков. Но тут, знаете, двоякое впечатление, опять же, потому что, когда вы ее вот таким образом открываете, она сжирает у вас сантиметров 10 до спинок. И вы не сможете поставить что-то длинное, что-то широкое, потому что полка будет стремиться закрыться. Я думаю, что вы все уже оценили вот эту погрузочную высоту, и это просто прекрасно. Посмотрим пол. Как вы могли понять, это фальшпол, его можно сделать выше, здесь он никак не фиксируется, вероятно, предполагается, что будет фиксироваться вашими вещами. Под этим полом, наверное, ничего нету, потому что я не нашел никакого язычка, и все на ощупь выглядит таким плотным, как будто там просто металл. Из прикольных моментов, ребят, здесь у нас располагается сабвуфер и некая очень непонятная полочка. Тут просто карпет, и, естественно, с него все улетит. С левой же стороны располагается вообще непонятная для меня полка. Она какая-то вот такая. В глубину оно достаточно глубокая, это вся моя кисть, но это диаметр 0,5 водички. Касательно крепежек и света. Свет располагается лишь с одной стороны, там же рядом находится крючок, и такой же крючок находится с другой стороны. Он не выглядит прям самым прочным, но и хлипеньким его тоже не назовешь. Для фиксации более тяжелых грузов внизу под вот этим полом располагается два крючка, и я считаю, что вполне достаточно, потому что еще из-за сидения вы сможете что-то прицепить. Некоторые блогеры говорят о том, что эта ниша сделана для того, чтобы, если вы положили большой чемодан, вы смогли закрыть багажник. И да, и нет. Если вы положите его в центр багажного пространства, тогда да. Но если он лежит с краю, то эта часть не даст закрыться крышке, и это, грубо говоря, больше маркетинг, чем решение какой-либо проблемы. Закрывается эта дверь, друзья, специально вот при вас все делаю. Видите как? Рукой. Ни одной ручки здесь не предусмотрено, и ваши руки абсолютно всегда будут грязными. Что же касается омывайки, то расположена она в приятном месте. Никакой шланг у вас не перебьется. В остальном же по задней части особых претензий нету. Свес, как я уже сказал, очень маленький. Клиренс очень большой, ни один бордюр вы не зацепите. Касательно безопасности, это 4 сенсора парктроника на сторону, 2 на угол. А задний ход, как у Фокуса, по-моему, 2-го или 3-го поколения. Выхлопа здесь и вовсе не видно, но лучше так, чем бутафория. Пару слов про эту надпись. Экоспорт – это воплощение европейской мечты. Они хотят маленький мотор, который быстро едет и за который не нужно платить большие налоги. Итак, друзья, настало время посмотреть салон, но перед этим хотелось бы отметить бесключевой доступ. Конечно же, складывающиеся зеркала. Работает все, в принципе, достаточно сносно, но это есть только лишь на передних дверях. Порог. Порог – это следующий момент. Он очень широкий для такого небольшого автомобиля. Сразу он встречает руль. Про него есть что сказать, но дверь тоже не без... Я должен это вам... Ну кайф же, да? Ладно, ребят, не все так плохо. Пластик, который находится в районе переключателей и клавиш, в принципе, довольно приятный. А вот эта глянцевая вставка, она в этом случае не кажется китайщиной, либо чем-то фуфельным, за это определенно лайк. Во всем салоне есть всего лишь еще одна вставка, и она действительно делает автомобиль внешне приятнее, премиальнее и дороже. Что же касается вот этого места, то это кожзам наверняка, оно мягкое, и это, конечно, хорошо, что оно мягкое, приятно для локтя, но непонятно, как долго оно проживет, потому что даже в великих вагах и тойотах эти места затираются, хотя клей там хороший, ткань там живучая. Посмотрим. Здесь у нас не по статусу приятная ручка. Клавиша, в общем-то, довольно приятная, стандартная фордовская. И динамики, хоть сеточка выглядит у него дешевле некуда, логотипчик, который на нем расположен, дает нам понять о том, что музыка будет неплохая. И музыка здесь действительно на уровне. Касательно кнопок, ничего интересного. Зеркала, стеклышки, отпереть-запереть. А вот карман у нас довольно глубокий. У него есть отформовка для бутылочки. У меня есть вот 0,5, это чуть больше, чем 0,5, но сути не меняет. Вы можете сюда поставить водичку, и она будет вполне неплохо держаться, несмотря на то, что там нет никаких фиксаторов. Итак, друзья, в салоне по левую сторону первое, что хочется вам показать, это вот такую тему. Я сперва было подумал, что это карман, но нет, здесь у нас ОБД разъем, если кто не знает, это разъем, чтобы подключить компьютер и прочитать ошибки по машине или что-то еще. Сам же кармашек находится вот здесь, но применение такому кармашку, наверное, найти достаточно трудно, потому что из него все будет вылетать при ускорении либо движении под горку. Также тут располагается блок управления светом. Мне очень нравятся клавиши для противотуманок, они очень простые,
4 находится в доступном месте, регулировка яркости всей вот этой мультимедийной темы и приборочки, а сам переключатель света вы вряд ли когда-то будете трогать, потому что тут, как минимум в моей комплектации, есть режим авто. Касательно же регулировки руля по вылету и наклону, он регулируется, но вот на себя он идет достаточно туго, а от себя это же вообще обалдеть можно, надо давить всей силой, не знаю, это фишка новой машины, либо моей конкретно, либо во всех Фордах так, но впечатление немного портится. Касательно проема, наверное, нет смысла что-то обсуждать, потому что он прекрасен. Итак, ребята, посадка. Ручка находится в приятном месте, сама ручка тоже очень даже хорошая. Двери закрываются без какого-то дешевого звука, либо щелчков, хлопков и все в этом духе. Я сижу очень здорово, и посадка в этой машине гораздо лучше, чем в четвертом фокусе, по одной простой причине. Здесь другие сидения, они не мягче, они просто лучше. Здесь не выпирает поясничная поддержка, ее можно отрегулировать так, чтобы она прям совсем уехала. И подлокотник находится на приятной высоте, то есть ваша рука не находится выше. Касательно, ребят, руля, посадки, я скажу сразу же момент, который меня очень сильно за эти 4,5 часа пути напряг. Это подставка, подножка слева. Как вы могли заметить, у меня механика, и я не могу, например, свою ногу вытянуть в том месте, где в автомате нет педали сцепления. А эта ступенька, она находится слишком близко ко мне. Я ростом 1,85 м, и мне левую ногу хотелось бы немножко вытянуть. Она стоит гораздо ближе, чем, например, правая на газу, и колено просто начинает затекать. Второй момент, который мне сразу сходу очень не понравился, ребят, это мультимедиа, потому что я в силу своего роста отодвинулся довольно далеко, и все равно оно, знаете, напрашивается, что чтобы стояло как в BMW на тебя, но здесь они решили почему-то иначе. Если же вы человек небольшой, то скорее всего вы подвинетесь ближе и будете сидеть как-то вот так, особенно как ездит большинство новичков, тем более девушек. И здесь, ребята, ну это жестко. Вы, конечно, что-то будете видеть, но когда дисплей смотрит больше в другую сторону, чем на вас. В обзоре на фокус я очень сильно обругал руль, потому что он реально неудобный, и материалы у него странные. Здесь же он выглядит очень дорого, очень круто, перфорированная кожа по бокам, обилие клавиш. Это все создает вау-эффект, когда вы сюда садитесь. Но сверху это все тот же материал, который, скорее всего, 1000 к 100 протрется очень даже неплохо. А клавиши заслуживают отдельного описания, потому что, например, в фокусе слева располагается регулировка громкости, справа же переключение треков. Здесь они всю мультимедиа поместили справа. И теперь на ходу, если вы хотите сделать тише, громче, вам кто-то звонит или что-то говорят сзади, все, вам нужно отрывать правую руку. Особенно неприятная мелочь, если вы любите ездить лежа и раскинулись. С левой же стороны располагается, на мой взгляд, абсолютно бессмысленное управление бортовым компьютером. Почему бессмысленное? Да потому что панель очень информативная, и вы, настроив ее один лишь раз, скорее всего, никогда туда больше не полезете. Еще один момент, который не совсем мне понравился, который вы узнаете только по истечении эксплуатационного времени, это включение заднего дворника. Оно располагается здесь в торце, и, казалось бы, все минималистично, я люблю минимализм, все здорово, но если вы быстро крутите руль, например, куда-то опаздываете, быстро разворачиваетесь, все что угодно, с вероятностью 9 из 10 вы заденете этот переключатель, и ваш дворник начнет очень быстро бегать туда-сюда. Казалось бы, мелочь, но а зачем? Почему не расположить где-то в другом месте? Торпеду очень многие блогеры ругают за ее фуфельность, пластмассовость, и действительно, она не самая премиальная, но она не кажется прям совсем фуфельной по одной простой причине. Здесь сверху что-то вроде прорезиненного материала. Это похоже на поролон, только резиновый. Пару слов о мультимедии, друзья. Все то же самое, что в фокусе. Бонусом являются эти вынесенные отдельно клавиши. Я считаю, это неплохо. Что же я вижу в минусах, друзья? Так это отзывчивость. Как только вы подключаете ваш телефон по Bluetooth, слушаете книгу, музыку, сообщение, когда вы нажимаете на паузу, задержка будет 3 секунды. И это не очень приятно. Вам придется каждый раз отматывать, либо раздражаться на какие-то входящие звонки, которые будут вынуждать вас поставить что-либо на паузу. Вент-отверстия, ребята. Вент-отверстия просто громадные. Они выглядят, честно признаться, не самыми премиальными. Пластик выглядит совсем уж фуфельно. Но ничего не требежит, ничего не клокочет, не стрекочет. И клавиша аварийки сюда очень-очень грамотно вписана. Она не красная, для безопасности минус, но для дизайна просто великолепно. Чуть ниже располагается блок климата. И блок климата отличается от фокусовского, хотя он практически идентичен. В чем же отличие, спросите вы. Регулировать скорость воздушного потока вы можете вот этим колесиком. Чуть ниже располагается немного нелепый блок, это уже напоминает некую бусовость, и про бусовость мы еще немного поговорим на ходу, но вот этот конкретный момент мне прям честно не нравится. Почему было не сделать здесь некую нишу для мобильника с беспроводной зарядкой, я не знаю. Хочется отдельно поговорить про два USB-шника, которые, казалось бы, так здорово сюда вынесены, никакого вам прикуривателя больше не надо.
Надо, друзья. Дело в том, что если вы подключите ваш телефон, приедете домой через полтора часа пути и возьмете его в руку, вы увидите, что он зарядился процентов там на 15. Почему? Да потому что здесь очень маленькая сила тока, и это примерно как USB от ноутбука. Да, для подключения какой-то мультимедии это работает, но ни в фокусе, ни здесь мой телефон от него практически не заряжался. Касательно же розетки, то вот здесь располагается 12-вольтовая розетка, там нет подстаканников, ничего не зальется. Включение задней производится потягиванием кольца наверх, но это кольцо, опять же, не без подвоха. Я сегодня два раза смог прищемить им свой палец, и если у меня получилось, то и у вас тоже может получиться. Касательно же чехла кулисы, то это что-то вроде кожи, кожзам наверняка, но с красной строчкой, как и стиль всего салона, смотрится здорово. Ручник, опять же, имеет строчку, кнопка у него не самая большая, больше, чем, например, в Toyota Auris, который, опять же, проектировался преимущественно для женской части рынка, и к ручнику особых нареканий нет, он довольно приятен. Подстаканники расположены просто божественно, неважно, что у вас разливается, вы не зальете никакую электронику, и это очень удобно, когда вы едете. Оп, ну шикарно же. Что же касается этой части, друзья, эта часть с сюрпризом. Тут есть кармашек для мобильного телефона. Чисто теоретически тут могла бы быть беспроводная зарядка, но нет. И также здесь располагается еще одна глянцевая вставка, друзья. Эта вставка очень приятно выглядит. Это напоминает визуально Гелендваген, точнее ручку Гелендвагена. И это наверняка маркетинг, чтобы у людей сработал некий триггер, и они: о, джип, хочу джип. Бардачок. Очень большая ручка, но уже по крышке, по размеру крышки мы видим, что будет подвох. Открывается люксово, за это Форду лайк. Очень медленно, приятно. Есть прорезиненный коврик внутри, крепление для ручки. Причем крепление не пластмассовое, а резиновое, чтобы на морозе оно не треснуло. Все здорово. Но он такой маленький. Блин, он такой маленький. Туда не то, что А4 не поместится. Я не знаю, пачка чипсов туда не поместится. Мертвые зоны, то, о чем я упомянул чуть ранее. Они просто громадные. Как бы это ни казалось странно, они вообще не мешают. А вот касательно верхней части автомобиля, друзья, тут есть некие нюансы. Козырьки приятные, есть зеркало, есть фонарики, даже с клавишами. Клавиши выглядят совсем уже по-детски, как с конструктора достали. Сами лампочки как будто пошатываются немножко, выглядит это все не очень прям монументально. Но вот здесь, где центральный головной свет, так сказать, клавиши для его включения-отключения совсем уж мизерная, маленькая, крохотная. Клавиши для пассажиров, для отдельного включения света, это практически такого же размера, и я бы все-таки хотел основную клавишу раза в полтора-два побольше. Салонное зеркало вполне себе приятное, оно дает вам, в принципе, всю необходимую информацию. Да, обзорность здесь не самая приятная, но и обратная сторона у этой ситуации имеется. Здесь настолько уютно, что выходить отсюда не хочется. Из прикольных моментов, друзья, это коврики. Коврики здесь на липучках, и такого я еще не встречал. Ну что, настало время посмотреть задний ряд. В первую очередь я хочу отметить посадку. Так как машина высокая, вам не нужно выкручивать ваши ноги, и это плюс. Но порог достаточно широкий, хотя и не выглядит таким массивным по сравнению с передней частью автомобиля. Брюки ваши вы, скорее всего, вымажете, но давайте же поговорим про посадку. Если вы сядете как приличный послушный ребенок в школе, то, конечно, вы сможете тут ехать. Но если вы захотите хоть как-то немножко развалиться, либо только вдвоем, кстати говоря, самый важный момент, да, коленку мою не прищемило, из каких-то плюшечек, преимуществ. Ребят, здесь только по крючочку, крючочки эти выглядят, в принципе, довольно надежными. Касательно печки, то никакую печку вы не получите. Даже в ногах нет вент-отверстий. Сиденье же, в принципе, сносное, но из приколов вам придется поднимать подголовник, потому что если он будет в стандартном положении, вы будете упираться в него спиной. Фонарь здесь довольно простой. Включить-выключить, больше здесь ничего нет. Ребят, настало время сделать тест-драйв, но есть еще момент, о котором я хотел бы сказать. Дело в том, что кнопка старт-стоп, хорошо, что она имеется, располагается в не самом интуитивно понятном месте, это что-то вроде BMW X1, по-моему, но место старой замочной скважины просто заделали пластиком изнутри. Еще я хотел показать вам ключ, посмотрите на него. Когда вы уберете, вы думаете, что вы сядете сейчас в какой-нибудь автобус, реально в фуру. Касательно коробок, пару слов про коробки и привод. У нашего автомобиля, в нашем экземпляре, передний привод, потому что маленький мотор. Также можно получить полный привод, но, насколько мне известно, только с 2-литровым мотором. Теперь по коробкам, друзья. Автомат, насколько я знаю, доступен, опять же, с 2-литровым мотором. У меня механика, поэтому будем говорить про нее. Это шестиступка, она превзошла все мои ожидания. Я думал, что это не будет комфортно. Да, я смею сказать слово комфортно в одном предложении со словом механика, но она переключается просто потрясающе, и педалью сцепления при этом вам не нужно отрабатывать как последний раз в жизни. Ребята, мы на кругу, сходу посмотрим крены. Машина все-таки высокая, и я скажу вам о том, что я обалдел, когда входил в поворот. Не то чтобы она не отличается от моего очень низкого фокуса, но такое чувство, что эта машина километров до 40 в час вообще не джип. Мы сейчас
35 по кругу раздаем, и я практически из сиденья даже не выезжаю. Выезжаю только лишь потому, что само сиденье без какой-либо поддержки. Ну, оно совсем уж скромненькое. Что же касается ям, стыков, люков. Если эта яма до, ну, условно говоря, 3 сантиметров в глубину, то у вас особого дискомфорта не будет. В том же фокусе вы будете как на зубодробилке сидеть, и это со временем очень сильно выматывает. Вот за это этой машине определенно лайк, в сумме с тем, что она не кренится так, как мог бы крениться какой-нибудь джип. Из небольших минусов это то, как эта машина собрана. Если вы будете ехать прям совсем уже плохой дороге, то, конечно, там или там будет некое дребезжание, что будет выдавать стоимость автомобиля. Но в остальном же шумоизоляция у тачки просто на высоте. Это первое, что реально бросилось мне в глаза. Даже в том же фокусе, который, казалось бы, рассчитан на более молодых людей, которым это более принципиально, наверное. Сейчас вот я нажал, мы едем 60-70, и я ощущаю себя идеально. До 100 вы сможете чуть ли не шепотом разговаривать с пассажирами на заднем сидении. А теперь я предлагаю немножко разогнаться, до 60, скажем, и посмотреть, что с рулежкой. Ребята, машина очень-очень уверенно стоит на дороге. Конечно, вы понимаете, что она немножко гуляет, потому что она высокая, но я повторюсь, от такой машины, такого класса, такой высоты я даже близко не мог ожидать такой управляемости и, в принципе, того, как она стоит на дороге. Выворот руля – это такая тема довольно щепетильная. Кто-то скажет много, кто-то скажет мало. Про этот автомобиль можно сказать так, что он чуть-чуть меньше, чем вы этого ожидаете. А вот касательно разгона, друзья, я уже потравил вам душу своими рассказами про горы. Ну что, с нуля давайте до трех ее. Маленькая пробуксовочка. На 41 уже заканчивалась. На 2 мы докрутили до 80, 6 тысяч оборотов. На 3 крутим до 5000, почти что 100. Касательно тормозов, друзья, сейчас мы едем 50. Ну и тормозит она очень бодро, очень уверенно, несмотря на то, что у нее сзади стоят барабаны. Касательно коробки и, в принципе, ощущения автомобиля. Настолько идеально подобранных передаточных чисел я не видел уже давно. Это не реклама Форда, просто по работе я езжу на автомате, мне нужно ездить через горы, а если вы ездили по горам с вот этими крутыми поворотами, вы знаете, как много нужно тыркать эту коробку и как сильно это выматывает. На 2 или на 3 или на 4 у вас такой большой диапазон, что вы можете ехать, ну, чуть ли не как на автомате, не особо заморачиваясь, потянет ли машина снизов или не перекрутили ли вы мотор. Все, казалось бы, хорошо, и про подлокотник я вам уже рассказал, но подлокотник, ребята, кроет небольшой нюансик. Сейчас зимой в куртке я особо не чувствую никакого дискомфорта, но это даже близко не кожа, это не пластик, это некая резина, и я предполагаю, что летом в жару, в майке вам будет очень противно прикасаться к этому локтям, особенно потным. По расходу топлива, ребят, сейчас у меня смешанный расход, показывает 6,9. И это при условии, что по трассе я ехал примерно 120-130, а горы, если вы не в курсе, забирают, ну, от 20 литров на 100 километров. Это прям по-любому. Ну что, народ, вот такой обзор на Ford EcoSport сегодня получился. И в конце, подытожив это видео, хотелось бы сказать о том, что машина получилась очень противоречивой, но при этом очень интересной. Меня зовут Миша, вы были на канале Про Тачки. Всем удачи и до новых встреч!